Считаю, что это был наш худший матч в сезоне. Даже не могу выделить ни один из элементов, в котором мы были лучше, чем бразильцы. На это есть, конечно, много объективных причин, но не хочу сейчас вдаваться в подробности и искать какие-то оправдания. Уверен, что с каждым днем мы будем становиться только лучше, тем более, что формула турнира это нам позволяет. Также не должны сейчас расстраиваться, посыпать голову пеплом, опускать руки. Наша цель – проанализировать этот матч, проанализировать, что мы сделали не так, провести работу над ошибками и двигаться только вперед.